А знали ли вы, что работу музыкантов вполне можно сравнить с трудом лесорубов, каменщиков и прочих представителей нелегких профессий? Например, при исполнении Брамса частота пульса у оркестрантов достигает 130 ударов в минуту, а условия, в которых они работают, сходны с условиями на металлургическом заводе. Ведь в переполненном публикой концертном зале количество углекислого газа в 10 раз выше нормы. Сила же звука в оркестре иной раз достигает 120 дБ, что превосходит допустимый уровень шума.